Со столь быстро растущим ассортиментом девайсов и атомайзеров стало достаточно сложно выделиться действительно стильным и уникальным набором. В этой серии видео мы расскажем вам о самых жарящих и красивых сетапах. Что приковывает взгляд? Что вызывает непреодолимое желание прикоснуться к чему-то и не выпускать из рук? Конечно же, качество, особенно когда оно имеет свою историю. Сегодня у нас необычный микс Америки и Италии. Что их объединяет? Стиль, красота и качество. Механический мод Dragon — не первая работа компании TS Mod. Выйти на этих ребят вам поможет либо их официальная группа в Facebook, либо вейп-шопы, которые осмелились привезти это чудо к нам. Дух Италии начинается с коробки, выполненной из резного дерева, открыв которую мы видим его — блестящий и укутанный в мягкую тряпочку мод. На выбор вам предоставляется версия из латуни, меди или стали. С каждым из них вас ждет уникальный сертификат подлинности с указанием серийного номера, который дублируется на нижней части самого мода. Принцип работы напоминает устаревший мод 4.9. У вас есть гибридный коннектор сверху для замены аккумулятора и кнопка, состоящая из двух частей. Сама кнопка и площадка заключают в себе магниты, которые изменяют пружину. Но что же делает его особенным? Мод имеет диаметр в 22 мм в верхней части, но к низу он увеличивается до 24, что отлично сказывается на том, как он жарит. Думаем, не стоит объяснять, что медь в этом направлении лидер. Аккумулятор вставляется следующим образом. Берем площадку и ставим ее к минусовой части аккумулятора. Далее буквально закидываем кнопку в тело мода и собираем. Не забудьте убедиться в разной полярности площадки и кнопки, иначе вас ждут проблемы. В сборе же мод выглядит потрясающе. Простые линии, которые прерываются только отверстиями для отвода газов в верхней части и гравировкой названия мода. И да, вы, наверное, поняли, что с таким модом гораздо эффектнее просто парить. Поэтому вопрос с дрипкой решился почти сразу. Да вы ее все знаете, Petri V2. Своей вариативностью в внешнем виде она идеально подошла с черно-золотой цветовой палитрой. Выглядит броско, но эффектно. Не будем забывать, что вейпинг – хобби не только для мужчин. А уж когда дело касается вкуса, то не стоит долго искать идеал. Два фьюзда или Alien отлично справляются со своей задачей на Dragon Mod. Жарит и дает просто неимоверный вкус за счет дрипки. А что еще надо? Конечно, не обойдется и без ложки дегтя во всем этом мире. Магниты в площадке просто примагничены друг к другу и ничем не закреплены. Поэтому один из них может выпасть или остаться на кнопке. В этом случае убедитесь в корректной полярности. Что же мы получаем? Мод прямиком из Италии, который подружился с американцем родом из Китая. И, как следствие, уникальное сочетание вкуса, стиля и качества. Конечно, придется выдержать удар по кошельку, но разве эксклюзив стоит дешево? Мы благодарим PuffZone за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.